Физкульт-привет, друзья! Сегодня мы продолжаем нашу новую рубрику, в которой я рассказываю о том, как быть здоровым, как сохранить свое здоровье или как его исправить. В прошлом видео я показывал упражнения для суставов, в основном для плеч. Но сегодня я покажу, что нужно делать после того, как вы поприседали или сделали становую тягу. Специальные упражнения, специальную гимнастику. Я уже раньше снимал об этом видео, но многие не находят его, постоянно просят меня кинуть ссылочку. Поэтому сегодня я покажу отдельно, конкретно видео о этих упражнениях, что нужно делать вам после приседаний и после становой тяги. И в идеале утром и вечером. Занимает это очень мало времени, но это жизненно необходимо для вашей спины. Есть у вас протрузии и грыжи или нет, в любом случае это вам поможет. После того, как вы сделали становую тягу или приседание, а в идеале после любой тренировки, ложитесь на пол, на какой-нибудь коврик. Руки расставьте в стороны, как вы видите на видео. Коленки согните под прямым углом и, медленно опуская ноги влево, поворачиваете голову вправо и наоборот. Нужно это делать все очень медленно, опуская ноги на выдохе. Вот такие движения необходимо делать, когда у вас уже накопится опыт в предыдущем движении. Это движение еще больше снимает нагрузку с позвоночника. Хочу обратить внимание, что только эта гимнастика работает как декомпрессия. Все остальное работает как компрессия для позвоночника. Но в следующем видео я вам покажу еще гиперэкстензии и чем отличаются гиперэкстензии от экстензий. И почему их необходимо делать. Почему врачи запрещают делать гиперэкстензии, даже не понимая о том, что это такое. Вот такая заминочка после тренировки. Она обязательна для тех, у кого нет протрузии и грыж, и для тех, у кого есть. Будьте как котик, и у вас будет здоровый позвоночник. Обратите внимание, как кошки тянутся после сна. Но вот как нужно начинать свое утро и заканчивать день перед сном. Вот эту гимнастику необходимо делать всем. И чем раньше вы своего ребенка приучите к этому, чем раньше вы себя приучите к этому, тем будет лучше для вашего позвоночника. Делается все очень просто. Ставите пятку на носок ноги и, поворачивая ноги в одну сторону, поворачиваете голову в другую. Все делаете медленно на выдохе. Не спешить, это очень и очень важно, и следить за своим дыханием. Это шикарнейшая возможность для тех, у кого есть протрузии или грыжи, или какие-либо проблемы с позвоночником. Нужно это делать. Только это спасло меня от адских болей. Я начал приседать за 200, делать тяги за 200. До этого, как вы видели уже в предыдущих видео, врачи меня просто убили до того, что я не мог ни сидеть, ни стоять, вообще ничего не делать без адских болей. И даже 7 самых сильных таблеток обезболивающих мне не помогали. Вот это движение следующее. Вы ставите пятку уже на колено согнутой ноги и также медленно все выполняете.
Хочу обратить внимание на часто задаваемый вопрос, нужно ли это делать, если у вас есть боли. Да, нужно, необходимо, никого не слушайте, но с одной очень важной поправкой. Делайте это медленно, как я уже говорил, и только на ту амплитуду, при которой вам будет комфортно. Но обязательно делайте. Чем раньше вы начнете делать эту гимнастику, тем быстрее вы получите облегчение. Многие из вас почувствуют это уже после первого сеанса. Вот это движение уже чуть более сложное, и вы его можете начать делать после того, как начнутся у вас улучшения, как вы почувствуете, что боли потихонечку уходят. С прямыми ногами также не стоит начинать делать их сразу. Делайте первые два движения, когда пятка на носке и пятка на колене. К этим движениям переходите только уже, когда почувствуете облегчение. Когда вы почувствуете уже серьезные облегчения, боли уйдут, переходите к следующему движению. Оно выполняется чуть более сложно с точки зрения координации, но оно очень полезно. Выполняя его, нет у меня боли, я даже чувствую, как хрустят мои позвонки. После этого немножечко потянитесь и смотрите, как нужно укреплять пресс. А пресс укреплять необходимо так же, как и поясницу. Никаких дополнительных весов, никаких тренажеров, только скручивание. Обратите внимание, я не поднимаю корпус, это вредно для позвоночника. Именно скручивайтесь. А когда ноги, коленки двигаются навстречу плечам, пресс получает хорошую колоссальную нагрузку. Не забывайте, что упражнение называется именно скручивание. Также нужно укреплять и поясницу. Дома лучше всего делать лодочку, задерживаясь в таком положении для начала на 30 секунд. И потихонечку доведя это до 3 минут. Чем больше, тем лучше. Следующие два движения также необходимо делать, даже если есть у вас боли. Делается очень просто. Правая рука, левая нога. Держим 30 секунд. После этого поменяем руку и ногу. Соответственно, левая рука, правая нога. Также держим 30 секунд. В идеале нужно довести это до 3 подходов для каждой ноги и руки по 45 секунд. После этого руки вытяните вперед и как бы садитесь на пятки. Руки старайтесь, плечи подать вперед, а таз убирать назад. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!